Сибирь не зря называют одним из самых зеленых регионов страны. И дело не только в том, что наши города окружает тайга. Только за последние 2 года в Ленинске-Кузнецком появилось около 10 тысяч новых деревьев и бесчетное число кустарников. Их сажали и ко дню шахтера, и к предстоящему грандиозному юбилею, который будет праздновать вся Россия и многие другие страны мира – 70-й годовщине Великой Победы. Именно этой дате посвящен новый скверик, который сегодня начали разбивать в центре города, сразу за краеведческим музеем. Старые клены и тополя спилены, им на смену пришли 28 яблонь и 8 кустов сирени. Причем ждать, когда деревца вырастут и начнут давать тень, придется недолго. Это уже довольно взрослые деревья, около 3 метров высотой, что не может не радовать. Работы будут дальше выполнены, будет обустроена клумба, высажена красивая цветочная рассада, установлены садовые диваны, чтобы не только ветеранам, но и мамочкам, и любым отдыхающим, может быть, жителям близлежащих домов в этом сквере было уютно, комфортно, поднималось настроение, ну и радовало глаз, конечно. Мало того, по периметру всего сквера появится живая изгородь из низкорослой яблони дичка. А газону, который уже есть, устроят модельную стрижку. Так что скверик получится камерным, уютным, а самое главное – тихим. Местные жители и гости этого района отмечают. К 9 мая, что у нас еще один скверик в городе появится. Как к этому относитесь? Ой, ну вообще превосходно, как же, как я могу к этому относиться. Молодцы. А то, что к 9-му? Нет, естественно, тем более к 9 мая, что вы. Я думаю, что будет хорошо, тем более диванчики есть, где отдохнуть. Посидеть. А то, что это именно к 70-летию Победы и для ветеранов. Прекрасно. Также ветераны могут зайти посидеть. Этот сквер, как и десятки других скверов, которые уже появились и будут появляться по всему Кузбассу по инициативе губернатора, будет носить имя 70-летней годовщины Победы Великой Отечественной. И в канун 69-й годовщины мы присоединяемся ко всем поздравлениям, звучащим в адрес наших ветеранов. Всем здоровья, самое главное, здоровья, счастья, всем им удачи.